Меня зовут Ирина Петровна, и я отвечаю за качество обслуживания нашего центра. Представьтесь, пожалуйста. Мария Юрьевна. Мария Юрьевна, скажите, пожалуйста, как вы можете оценить уровень работы в нашем центре по 5-бальной шкале? Скажите, пожалуйста, вы впервые в нашем центре? Нет. А вы? Да, сейчас там. Скажите, пожалуйста, вы могли бы нашему центру рекомендовать своим друзьям, знакомым, родственникам? Мне нравится наш центр. То есть вы хотите сказать, у вас никаких не замечаний нет, ни предложений по работе нашего центра? Нет, все устраивает? Все устраивает. А что бы вы хотели улучшить в нашем центре? Чтобы было еще лучше? Как вот, чтобы вам еще комфортнее было? Все хорошо. Все устраивает, да? А наша работа в целом соответствует вашим ожиданиям? То есть вот вы пришли на прием к врачу. Во сколько записано? 15:15 прошло. Я уже прошла. Да. Я прошла. А, вы получили так, что вы пришли раньше? Раньше. Да? Угу. Вы не ожидали? Да, я остановила, но я пришла. Спасибо большое вам за участие в нашем опросе. Болейте. Спасибо. Всего доброго.